Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами Блудлинос, и сегодня мы дальше проходим игру под названием Inside, и мы вот, помните, остановились на таком моменте интересном, что дальше я, в принципе, не могу пойти, обратно тоже не могу, потому что там нужно сетку эту как-то, я не знаю, скидывать, но у меня зеленок просто-напросто не хватит, так что приходится идти обратно, то есть самый низ, в котором я не был. Попытаемся туда пойти. Конечно же, и что я хочу сразу сказать, да давай же вниз, что так, как-то долго все. В принципе, серии у нас каждый день, так что не пропускайте, новелка и вот эта вот игра, так что все круто. И 10-часовой стрим, если кто не знает, будет в пятницу, будет все круто. Офигенно, сегодня же я опять об этом говорил, так что вот такие вот дела. Вот, что я хочу сказать. Проходим мы дальше, смотрим, что да как. Опять же, про стримы я хочу сказать то, что многие пишут, типа, на YouTube выкладывай и тому подобное. Не, друзья, это фигня полная. Это, можно так сказать, засирание YouTube стримами, и это полная фигня. Так что, если кто хочет, перейдет на Twitch и подпишется, там очень легко все делать, зарегистрироваться, и у вас будет, в принципе, аккаунт, и тут ничего такого тяжелого нету. Так, я тут смотрю, ни хрена там мы не сделаем, не отодвинем ничего такого, так что пробуем в эту сторону побежать. Я уж не знаю, что нам надо делать. Огромная, наверное, локация, в которой придется что в одну сторону бежать, что в другую, то пятую, то десятую. Так, куда там мы сейчас поедем? А ну-ка, подожди, пока что не будем это делать. Пока проверим, что у нас тут. Огромнейшая локация. Если я сейчас вниз спущусь, то я что-то... Что-то мне кажется, что я просто обратно потом не залезу. Хотя, давайте пробуем. Тут надо методом тыка проверять, что да как. Тут какие-то рабочие стоят непонятные, которыми мы сейчас будем походу управлять. Потому что наверху, видите, шлем тут виртуальной реальности. Я даже не знаю, что это, как его назвать. Так, походу надо плыть вниз. Мы хоть проплывем, у нас хватит силенок, дыхания и подобного. Давай. Нет, все в порядке, мы выплыли. Только вот, походу, надо дальше плыть, а не здесь. Жалко, конечно, что он никаким образом, не знаю, не ускоряется там под водой, но... Так, отлично. Вот такие вот дела, друзья. У нас особо, в принципе, ничего такого нету. Интересно сейчас на канал брать, так что инсайт самое то. Стримы тоже довольно интересно проводить. Там, блин, довольно много разнообразия игрушек, которые мы можем взять. И там бывает лампово, бывает по сумасшествию какому-то происходят стримы. Всякое разное бывает. Довольно даже покруче бывает, чем на Ютубе. Просто даже если там одну какую-нибудь инди-игрушку берешь на Ютубе, да, там одну записал, и то она что-то не понравилась. Даже не хочется такое на Ютуб выкладывать. А там мы садимся, сразу я там с одного сайтика кучу игрушек накачиваю, вот как с Undertale было, довольно было интересно. Я там попереводил, и это было круто. О, боже, они меня словили. Они, смотрите, идут за мной, да? О, вот это уже ломание четвертой стены, или как это говорится. Они смогут, интересно, забраться вверх как-то? О, они меня смогут поднять. А ну-ка, ну-ка. Поднимайте меня, чувачки. Пяу, и подвесили, прикиньте. Вот это довольно интересно и прикольно. А ну-ка, давай, погнали сюда. Сейчас мне кажется, что мы под весом вот этих всех чуваков. Не знаю, что я сделаю. А ну-ка, сейчас. Только стойте там, да? А, я понял. Я их сейчас, короче, наверх вытяну. И они мне помогут в вагонетку. Ух ты, ля как попрыгали. Прям как тюлени какие-то. Отлично, нормально. А теперь полетели. Нет, все нормально. Они как-то меня об это облепляют, как будто бы я какой-то Джастин Бибер, а не фанаты мои. Фанаты в каких-то, я не знаю, рабочих костюмах. Или это Блудлинос, а это, я не знаю, какие-то педофилы за мной бегают. А, Блудлинос, погоди, хочу твою жопу. Ладно, что же, несу, непонятно. Вот, кстати, мы сюда можем пройти, но не знаю, куда я там попробую. Давайте нормально меня кидать, вы что? Вы что, старые дермозолы просто какие-то? А ну-ка. Не знаю, что мне тут надо, но если сюда можно залезть, то, наверное... Так, а перепрыгнуть? Окей. Ладно, спускаемся. Ай-яй-яй-яй-яй, что вы мне не ловите-то, сосиски вы глютеновые? Беремся все вместе, взялись так.
И потащили мужики, мужики, бляха-муха, потащили. Я не знаю, может там сена какого-то надо набрать или что там, как что сыпется, непонятно что, если честно. И куда мне эту штуку надо везти, вот объясните мне. Ага, то есть дальше я ее никак. А она поедет сама или нет? А, я понял, она не поедет сама, но... Походу сюда или зерна надо насыпать, или фиг его знает, короче. А ну-ка. Стопорим ее вот тут, она никуда не двинется. Что-то туда, мне кажется, насыпать надо. Или мне туда прыгнуть надо. Скорее всего, мне туда прыгнуть надо. Давайте разом взяли, так, опа! Красава. Блин, игра интересная довольно, но... Какая же там интересная концовка будет? Уже так хочется до конца дойти. Но я не пере... А, подожди, я перепрыгну, да? Тут больше ничего нету. Видите? А ну-ка. А, куда, куда, куда? По... Она... Твою мать, она уехала. Пока я лазил... Пока я, сука, падла, лазил. Давайте, ладно, еще разок. Так, друзья, давайте погнали опять. Попробуем сейчас прям в вагонетку в эту прыгнуть. Отлично. Так, они тянут меня... А, мне надо перепрыгнуть, походу. Вот, в принципе, ну это легко. Я даже до этого не додумался. Думал вагонетку куда-то и дальше накрутить. Так, может вот эта штука, которая у меня на голове, она, знаете, я даже не знаю, как это сказать, но может быть она контролирует то... Ну то есть, она-то и была в игре, то есть в этом мире. И ее создали люди, чтобы управлять другими людьми, может быть так. Ну, напишите свои догадки в комментариях, просто она есть тут. Если бы это, если бы мы просто как-то, как каким-то образом бы... А ну-ка, сейчас наверх, походу, надо, да? Да. Если бы мы просто как-то управляли им без какой-либо помощи, то да, это наша. А я... Ага, дальше я никак, да? Подождите, а зачем же мне тогда эта штука нужна? Может быть, мне вниз надо? А ну-ка. А, я понял. Сейчас. Вот так, наверное, надо. Да, и теперь мы сможем еще выше попробовать, да? То есть мне надо зацепиться за эту штуку. Походу. Полетели! Бля, надо было в самый-самый последний момент. А ну-ка еще раз. Не знаю, что это за фигня, но... Давай. Полетели! Есть! Вот еще людей. Блин, они как куклы падают. Пипец. Так, ну хорошо. Что будем делать дальше? Нам надо вот эта штука, которую я сейчас тащу, или не надо? А ну-ка, все вместе. Сможем, нет? Или она не надо? Ладно, погнали тогда. Чё ж вы падаете, бедняги? Какие-то строители непонятные, хотя явно тут строить нечего. Тут, ну хотя, может быть, вот эти доски они ставили или там подобное. Но уж очень странно, почему именно строители? Давайте попробуем, опять же, вот этих всех персонажиков протянуть, не знаю. А, я понял, я, кажется, все понял, что нам надо делать. Погнали, целая туча просто пареньков. Прям бригада рабочих, а я какой-то, я не знаю, этот, бригадир. Нам надо как-то наверх теперь. Ну, там, в принципе, лифт. И сейчас мы столкнем там людей. Там еще людей тоже возьмем. И не знаю, что мы дальше будем делать. Сейчас будем смотреть. Ну что, все сели? Поехали. Так, сперва... сперва на средний этаж. Кто напердел, блин? Чё? Фу, блядь, воняет. Ладно, погнали к этому. Подождите, а сюда ли нам надо? Может быть, не сюда? Может, на... Да, на самый верх нам надо. Там клетка была на самом верху, я перепутал немножко. А, ладно. Так, все сели? Поехали вверх. А что вот тут было, я вот не помню. Тоже что-то было, надо было посмотреть. Можно вот так вот их расталкивать, типа... А, мы же прошли, дайте... Дайте человеку проход. Но теперь, я думаю, вот это вот... Я не знаю, Тима, которого мы собрали, столкнет. А, наверное, а те не смогли бы столкнуть, получается, да? Толкаем. А ну-ка, нападали. Мне кажется, этим типам пиздец там будет сейчас. Потому что вряд ли можно выжить с падения с такой высоты еще и в клетке. Раз херачит вас прутьями там и тому подобным. Но зачем они нам, я не понимаю. Вот в упор не понимаю. Давайте попробуем вниз, то есть на средний.
Попробуем забрать их сейчас и проверю, что там справа. Я уже не помню просто. А потом пойдем уже наверх. Может, они как-то меня подкинут? Они должны меня подкинуть, потому что по-другому никак. Так, где вы там? Живые хотя бы? Они мертвые, пиздос, мы их убили. Твою ди... Они, смотрите, встают. Нихера вы живучие, погнали, погнали. Они какие-то, как, я не знаю, это не люди, это какие-то звери. Гляньте, Тиму уже собрали, блять, вообще. Он один, он, гляньте, аж грудью трясет, пытаясь. Я первый. Я, блять, этот, повышение заслужу. Просто, они как не люди, а какие-то души, бездушные какие-то сволочи. О, смотрите, этих сейчас возьмем. Да, пиздец, сейчас вообще, гляньте, типов понабирал. А, я понял, а ну-ка... То есть мне еще 6 надо взять, да? Ебать, что-то там ломается. Понятно, понятно, все. Нам надо еще 6 или 7. А я думал, это, знаете что? Я думал, это, короче, 19 это не люди, а комната, ну, там, знаете, как в тюрьмах, там 19 отсек, или как это называется, 19 камера, там, что-то типа. Понятно, теперь все ясно. Нам надо 19 человек туда поставить. Сейчас они меня, по идее, сюда должны закинуть. Пробуйте. Я надеюсь, вы меня, блядь, не кинете куда-нибудь в жопу. А, красава. Ждите меня, я скоро буду. Так, и вот тут, видите, спят на рабочей месте. Какого хуя ты спят? А ну быстро встал, блядь. О боже, что я с ним делать сейчас буду? А ну сейчас как оттрахаю, блядь, срокотан. Так, ну тут не 6 человек. Что мне с ним делать? Подождите, тут какие-то перегрузки. А ну, блядь, просыпайся нахер. Проснусь, сука, ща, блядь, уволю. У нас, так помню, один тип тоже уснул. Пошел нахер. Вот так вот со всеми будет, кто будет спать на рабочем месте. У нас, помню, тоже тип один уснул на кортах, когда мы работали. Так ему пришел бригадир, как пиздюлей дал. Он охеревший. Там мы водяру пили с утра. Ну, у нас был такой коллектив. Там бухали. И работали потом сразу. И никто не мог отлынивать, там хуярили ломами. О, гляньте, как ловят. Ломами херачили так, что там просто, я не знаю, ломы затачивали, ступились даже, если честно. Обосвали. С такой дури. А он пидрило спал. Ну, пиздюлей дали, он потом работать пошел. Ну, такие тоже там работники были. И главное, самое главное, что там из всей бригады, ну, вы, может, подумайте, сейчас там алкари одни работали. На самом деле нет. Там из всей бригады 2 алкаша только было, и которые толком так не сильно работали. Так, сейчас мы этого попробуем сюда закинуть. Ну, а толку? 7 человек. Что мне делать-то? Со мной... И что? 5 человек еще надо? Где их брать-то? Друзья, придется искать. Придется на самое начало, наверное, бежать. Где же их взять? А со мной не считается, видите, походу. Или считается хреново, что я плохо посмотрел. Так, сейчас вернемся обратно. Может, где-то там я еще парочку пропустил. Там, помню, кто-то был. Но 5 человек без понятия. Будет ли там... Там в каких-то... А, вот, смотрите, мы не могли открыть, я вспомнил, тут один человек всего лишь. Вместе, может там еще, ёптвое, так быстро дернулись, что я обкакался. Но тут один всего лишь человек, то есть еще 4 человека надо, в любом случае. Так, опять вверх, кидайте, красавола. Вот такие вот, смотрите, пирожочки. Я не знаю, 3 человека, да, 4? И... как их спустить? Как их спустить-то? Блин, надо их как-то повытряхивать оттуда, походу. Блин, что же делать? Подождите. А ну-ка, вверх можно как-то? Нет, не наверх. Ой, блин. Короче, нам надо опять туда, может, как-то раскачать ее. Поднимайте. Как ее, может, как-то... А, видите? То есть, я понял. Вот так, смотрите.
И вот так. Опа! Да, есть. Красава, вообще просто. Все, погнали. Я 19 человек насобирал. Прям как я не знаю что. Он один в трусах вообще. В футболках и в трусах. Какие-то, блядь, я не знаю, какой-то завод одних алкарей. Да, порастеряли форму. Что это такое? Что это вообще происходит просто? Вот бухие все, ляньте на них. Где Папа Петрович? Сейчас пацан такой, я знаю где. У меня бутылка припрятана еще с давних времен. Давайте ко мне, за мной. Сейчас я вам покажу. Сейчас там прессом их надавит в желейку. Это за то, что плохо работают. Так, помню, как-то тоже бойкотировали мы одну работу, там нам не платили. И там, знаете, что потом было? Пришли и уволили всех нахуй. И все. Sit down, please. И дверка открывается. Стойте тут, стойте тут. Что за хрень происходит? Я не понимаю. Ух, ёб, какая-то война Первая мировая. Такое чувство. Какие-то... Подожди, а, это... Что это такое? Блин, ебать. Тихо, не-не-не. Какие-то выбросы. Бух, нифига себе. Вы видите, что там происходит? Там как... Там как будто бы... Там как будто бы какая-то ударная волна херачит. Но так сильно. Бамс. Нихера. А, что такое? Фу, я испугался. А вот тут как? А вот тут мне пиздец. Ебать, на куски разорвало. Просто пиздец. Короче, там, походу, надо включить и потом выключить и бежать дальше. Я немножко... Ладно, сейчас все сделаем. Бах. Просто на куски разорвало. Это... Дэнс. Ни хрена себе. Вы видите, как четенько сделана ударная волна? Просто красиво. И музыка. Музыка, звуки, точнее, вот эти вот. Прям... Бэмс. Сейчас, короче, вот тут мы, смотрите, вот так сделаем. И потом обратно. Бэмс. А ну, пробуем. Бэмс. Фу, жесть. Чё тут происходит, непонятно. Что я сделал? Я там где-то её... Блин, я боюсь, подожди. А-а-а. Что с ней делать? Тут как-то ее надо поставить так, чтобы она меня защищала от ударов. Вот как-то, не знаю. Вот так может быть. Надо попробовать один раз, и потом я скажу, как надо точно было ее ставить. Ясно, как ее надо было ставить. Да. Неправильно. Немножко неправильно. Ну ничего, с 500-го раза мы попробуем. А ну-ка. Сейчас, где-то вот тут. Не, чуть дальше. Вот тут. Звездец просто, друзья. А как дальше мы пройдем? Вот как дальше? А, ну там, ну я все понял сейчас. Боюсь идти дальше. Долбит так, что железяки просто вываливаются. Погнали. Давай. Ой-ой-ой-ой, я не успею. Да... А как же? Блин, а как же дальше-то? Может, где-то надо было спрятаться в другом месте? Пробуем, короче, еще раз. Мне что-то кажется, там где-то надо было спрятаться. Только вот где? Там негде. Тупо негде. Посмотрите. Я мог бы зацепиться за вот ту хрень, но мне кажется, это до сраки. Вот сюда вот как-то. Да нет. А, я, кажется, понял. Я, кажется... Ну, блин, ну я не успеваю. Мне кажется, внутрь надо той штуки запрыгнуть. А может и нет.
Короче, друзья, кажется, я понял, что нам надо делать. Нам надо выждать, и когда только пройдет эта херня... Да, загадка несложная, но смотрите. Включаем. Вот так вот происходит эта хрень. Но я не успею, просто-напросто не успеваю. Надо так сделать, чтобы, короче, пока я полз, вот эта штука меня закрывала. Ну это, блядь, время надо рассчитать. Я не знаю, каким образом я рассчитаю. Самый сок, я сюда пробрался, но вот дальше будет просто пиздец. Дальше я без понятия как. Пробуем. Бамс! Быстро, это наш шанс. Есть! Еба, вот это реально сложно. А вот как тут? Тут просто пиздец. Опять надо выжидать, Причем, ну я не успею просто. А ну-ка. И бэмс. То есть, как-то надо включать до того. Сейчас будем пытаться. Чтобы оно шадануло. Ебать, я дурак. И теперь придется опять заново проходить оттуда аж, наверное, да? Пожалуйста, только не оттуда. Фух, слава тебе, Господи. Сейчас убьет. И сейчас выжидаем, нажимаем, выжидаем. Прыгаем. Все, чётенько. Там просто та долгая вообще хрень. Блин, ну это было круто, это было четко. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, я думал все уже. Я уже думал все. А я не успею, я только не успею. И что делать? Наверное, какого-то из чуваков надо... Блин, я не... А, все, понял. Тут не сложно, тут все четенько. Тут надо вот так вот брать. Я-то до конца ее не доведу, но хоть как-то. Или нет? Или доведу. Что ж это за фигня, которая бьет с такой силой-то, а? Блин, вот этого я не ожидал. Вот это я что-то не думал, что так произойдет. Ну ладно. Хорошо. Сейчас все будет четенько. Почему-то эти типы не улетают. Они как будто пришиты к стульям, что ли. Они как тестерные, видите, там как тест. Тихо. Погнали. А я все равно улетаю. В любом случае, чё за херотень? Я не успеваю. Блин, бред какой-то. Так, друзья, все чётенько. Нажал, пробежал и круто. Надо было под самый краюшек заводить. Опять вот эта вот херня сейчас. Вот как ее? Что это такое? Видите, смотрите. А я турбецелась, побежал. Ну все, пиздец мне. Бац! Я улетел. Там надо было подождать, пока этот кран, короче, вот так вот поставится. И все будет в порядке. Ладно. Мне кажется, что я практически под конец игры уже дошел. Хотя, кто знает, просто сложно уже, жестко сложно. Вот это зря, кстати, побежал. Надо было раньше выбегать. Поздно. Поздно всрался, называется. Пробуем еще раз. Ничего страшного. Вот, теперь выбегаем. Давай. Все. А вот тут ждем. Поехали. Видите? Чтоб нас не снесло. И тут трубы, в принципе, нам ничего не будет. Свет аж вырубился. Такая музычка интересная аж началась. Тут не будет этого? Нет, мы под землей уже опять. Хотя, блин, музыка такая просто началась, атмосферненькая. Поехали опять вниз. Или вверх. Вниз, как всегда вниз. Я вот записал 3 части, да? Мне где-то, если так подумать, еще может быть 2 записать по 30 минут. Ох, ёб твою ж дивизию. Эта хрень не прекратилась.
Блин, теперь мне надо как-то каким-то образом выплывать отсюда. Но как? Как мне выплыть? Давай. Выплываем нахер. Вот, выход. Фу, успел. Я уж думал, я утону нахрен там. Что-то мы очень долго под водой были. Мне же даже показалось, что больше обычного. Так, тут на веревку надо. Опять темнота непросветная. А тут, в принципе, можно и раскататься. Раскачаться, точнее. Так, свет. Нужен свет. Ага, ясно. Короче, друзья, как это бывает в играх. Вот так вот. Вот так вот. Как это в Индиан... Как в Индиане Джонс прям. Опять мы непонятно где. Какой-то как корабль. Водоплавающий. И вода. Вода повсюду. Но тут я не залезу. Но проплыву под низом. Я даже вижу там под низом. Можно проплыть. Так, вверх. Что у нас тут? Такое чувство, как будто я везде под, по каким-то кораблям шарюсь. Тут, мне кажется, две надо было их включать. Только вот зачем? Угу. О боже, опять она. Опять эта девочка или кто это? Так, я понял, что нам надо делать, в принципе, тут. Сейчас будем пытаться. Но я не успею, наверное. Да, надо было, короче, знаете как? Не так. Сначала вот этот. Этот. Вот так вот. И вот так. А теперь и наверх. Нам просто вверх надо, я уверен. Если уж тут такой рычаг есть, то... 100%. Поехали. Ну. И сюда. Сейчас, мне кажется, мы опять или в субмарину какую-нибудь попадем. Или... Блин, а... она же меня сейчас хавает, нет? Она мертвая? Или что? Или она спит? Что-то непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, так и знал. Веревка, срочно. Давай. Блядь, чуть не сожрало, вы представляете? Надо как-то раскачиваться и выплывать куда-то туда подальше. Ну-ка. Вот так вот как-то. И каждый раз по веревочкам. Давай. Да бля, я не успел. А как там успеешь-то? Там вообще невозможно успеть. Реально тяжело. Еще удивительно. Тихо. Может как-то... Нет, тут я никак не проплыву. Что это вообще за... создание? Давай. Видите, тут я успеваю, то еле-еле успеваю. Блин. Я слишком долго... Давай. А я опять не успею, да блять. Я никак не успею там, просто ну никак не успею. Не, вы смотрите, я успеваю, причем просто надо было сильнее раскачаться из самого-самого низа этой, как она называется, веревочки. Но вот тут мне что-то показалось, что надо дальше там, таким же макаром, но тут есть выход наверх. Хотя, блин, пробуем с разбега. И тут прям самый... Давай. Что-то мне кажется, что тут просто-напросто... Блять, я не вижу, я ничего не вижу. Я вижу, понял. Есть. Фу. Ты чё, падла. Как же она аж прям, знаете, блять, аж по нервам. Куда? А я не успею или успею. Давай, пацанёнок, отлично. Так, походу, тут надо на кнопку нажать. И... Ага, ясно. Только я не туда, мне кажется, поехал. Или туда. Блин, мне кажется, что нам надо обратно, да? Или... А, стойте, вот так вот, наверное.
Не понял. Что это за параша вообще? Зачем я это делал? Блин, бред, я-то думал... Ясно. Нам надо раскачаться на этом говне. Не знаю, как-то вот так, наверное. Ну а смысл? И какой смысл? Это вообще бред. Блин, мне кажется, все, теперь мы обратно и не сможем проплыть. Ну хотя, если я ее как-то выманю сюда... А ну-ка. Ну только если таким способом. Но какой тогда смысл от этого крюка, я не понимаю. Вообще в упор не могу понять. Давай, давай, давай. Прям под самый конец. Я не понимаю. Может крюком? Да, ее крюком, скорее всего, надо отвлекать. Видите, тут никак. Тут крюк нужен. Хотя, кто его знает, крюк там не крюк. Сейчас попробуем. Эта игра настолько, блин, такая вот загадочная, с загадками со своими, с головоломками, и вроде бы несложными, но нужно подумать, попотеть немножечко. Так, неужели она плывет? А ну-ка. Смотрим. Да нет, она все равно сюда поплыла. Да нет. А что делать тогда? Я не понимаю. Просто в упор не могу понять. Цепь не отвлекает. Ах, блин. Так, я все-таки попробовал включить запись. Просто потому что... Не знаю. Пробуем, знаете как? Вот. А, нет. Я попался. Нет, не получится таким образом, да? Нам надо как-то так, чтобы мы проплыли, мне кажется, и кнопка обратно закрылась, или хрену, что-то типа такого. Но тут она меня ждет, да? Или нет? Хотя ладно. Сейчас попробуем еще раз. Просто я проплыл, и у меня игра зависла, выкинула просто резко. Сейчас проверим. Так, тут я так не открою, вот так. Еще физику четенько сделали, что с одного места ты не открываешь, с другого открываешь. Ну, пробуем. И вверх. А хули толку, я не успею. А даже если бы успел, какой смысл? На, чтоб оно закрыто было. А как это сделать? Только если вот так вот, смотрите, если так. Ну и понту. Она там останется, и там она все равно проплывет. В любом случае... Видите? Знаете, что можно сделать? Можно попробовать открыть дверь полностью. И потом, как мы будем проплывать заново, мы закроем ее только так. По-другому никак. Но я сейчас сделал ошибку одну. Очень жесткую. Я сейчас... Так, блин, ладно. Я сейчас сделал то, что я ее подогнал немножко под себя. А это очень плохо. Это нельзя делать. Ладно, пробуем. Давай, 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 давай. Смотрите. Теперь мы бежим сюда. Обратно ее пытаемся приманить сюда. И таким макаром... Ну? Я жду тебя, я жду. Нет, ты давай поближе подплывай. Ой-ой-ой-ой-ой, сука, блядь! Ебать! Вот это я дурак. Так, ну а теперь пробуем опять. И... Так, кнопочка. Мы успеем хоть сами? Не успеем. А вот ты соси писюн. Собака. Волохата. Так, воздух, воздух. Где у нас тут выход, я не пойму. Не вижу. Ясно. Блин, когда же эти плавания закончатся? Мне вот на субмарине на той понравилось плавать. А вот просто так не очень как-то... Это мне надо вверх просто походу лезть, да? Да. Блять. Блять, нет. Она меня не жрет. Иди нахер.
Иди нахер, сука, падла, вообще говно, блядь! Только не говорите, что это конец, такого быть не может, блядь, я на все кнопки нажимаю. Что он делает? Да пиздец, все, я сейчас задохнусь. Что это? Давай, двигайся, что-то делай. Да пиздец. Ну так и должно быть. Так, друзья, и должно быть, мне кажется. Но это ж явно не конец. Мне кажется. Даже если это будет конец, это будет полный дебилизм. Сейчас, мне кажется, субмарина нас спасет, нет? Куда мы... Куда мы вообще попадаем? Куда мы плывем? Нет, это не субмарина, это просто... не огонь, а свет. И она какой-то выключатель нам в живот вставила или чё? Чего? Только не говорите, что я смогу дышать под водой. Зачем ей меня спасать и не жрать? Перед этим она меня жрала тут. На корм рыбкам? А ну-ка, подождите-ка. Я могу двигаться? Нет, пока не могу. Может, меня рыбы как-то вытащат сейчас? Да я мертвый уже, все. Сейчас они меня сожрут тут нахрен. Я не могу, я нажимаю на все подряд. Что это там внизу? Что это за... Кассеты какие-то. Кассеты и какая-то хрень непонятная. Но почему именно кассеты? Пробуем что-то... О, я же говорил. Но, что же мне делать? А ну-ка пробуем сюда подплыть. Да я ж не выплыву. Я стал рыбой? Чё происходит? Я утону сейчас или нет? Я могу утонуть? Почему со мной рыбы плывут? Почему за мной плывут рыбы? Что, мать его, происходит? Но я не тону, видите, воздух как будто бы есть. Но выплывать обратно, это смысл? А ну-ка, пробуем. Да, видите, я не тону, я как будто бы рыбой стал. Это, этот сюжет, он... я не могу его объяснить. Вот... Как я и говорил, есть игры, в которых сюжет даже не объяснен, но непонятный, да, но приходится додумываться. А приходится... Да даже без сюжета она все равно интересная, она все равно прикольная. Интересно в нее играть. То есть пиксельки, которые мы без сюжета проходили, те же Юминики, оф, ну, что-то как-то мне, не знаю, слабенько. Никакого впечатления на меня не привело, вон там какая-то бляха-муха. Тёлка купается, походу, та, которая нас сюда завлекла. А тут как будто бы, знаете, какой-то непонятный мир. Я даже не знаю, как это объяснить. Просто-напросто не могу объяснить. Я понимаю, я не могу слов подобрать просто вот. Вот такие вот дела. Огромная, видите, местность. Может быть, стоит наверх плыть? Но вверху все закрыто. И рыбы за мной почему-то плывут. Они вообще в шоке, думают, какого хрена ты в нашем водном мире плаваешь, ты чё, паскуда? Они в шоке, какого хрена тут вообще это такая рыба существует, да? Блин, эта серия, наверное, очень длинная получится, но мне интересно, я не могу просто, я играю, я не могу остановиться. Я не могу даже сюда проплыть, воздух мешает, а ну-ка. Как будто бы меня... Я понял, что мне надо делать. Держись. Вентиляторы. Я не знаю, турбины какого-то... Может быть, водяного, я не знаю, корабль какой-то водный там, не знаю. Держимся опять. Блин, друзья, наверное... Бля, ёбаный нахер, меня сейчас ноги отпилит. Это... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это просто жесть. Просто игра настолько интересна, настолько захватывает, что я не могу стоп нажать. Сейчас мы, наверное, выплывем. И вот на этом мы закончим, наверное. Друзья, давайте стопоримся. С вами был Блин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Игруха интересная, захватывающая. Не знаю, насколько она там выйдет. Но вот такие вот дела. Так что пишите комментарии. И пятница, стрим 10-часовой с 10 утра до 23 часов. Ой, фу, до 20 часов вечера.